Привет! Сегодня суббота и Вейду выходной, и мы решили покупаться в бассейне нашем. У нас не очень большой бассейн в нашем комьюнити. Сезон купания открыт! Are you revealing? Oh god. Cannonball. Oh no. Oh. Say something to the video. Let's go. Let's go. Let's go to this one. Cannonball. How'd she do it? I don't understand how kids don't feel like this. I'll go first! Мы уже покупались, и сейчас мы хотим поехать на фермерский рынок. И купим что-нибудь вкусненькое, свежее от фермеров. И, блин, мне так интересно, я очень люблю фермерские продукты. Увидимся там уже! Езжаем в Уильям Парк. Говорил, что это мой любимый парк, там зайчики, гуси и как павлины, и там вот находится фермерский рынок продуктов. Говорят, американский это очень дорогой, там маленькая бутылочка мед стоит $13-14, но там прям настоящий мед, обычно в магазинах американских там больше сироп какой-то сахарный. Мы идем есть в индийский ресторан. Я очень хочу это. Мне очень интересно. So yours three and she's four, right? So I had four. Oh, then right there. There you go. Я заказал три и корма карри. Я хочу показать вам этих девочек. Мы позанимались практически, и сейчас пойдем купим, наверное, холодный чай с боба-ти, короче, с желейками. Где эти маленькие детки? Хотела вам показать тренажерный зал, где маленькие дети занимаются. Там занимаются йогой. Мы тут с Вейдом делаем прямо в коридоре отжимания. Тут есть тренажерный бассейн, и вот тут люди тягают веса, как растягиваться. Вот так надо растягиваться, все болит. Try again. Бегу на тренажерке. Если меня слышно. Впереди у меня такой классный вид. Сейчас покажу. Все, мы позанимались и приехали сюда. Купим сейчас мороженку, либо чай. Я, наверное, куплю чай себе. И...
Тапиока. Girls. С жемчужинками тапиока. С Boba Tea. Очень вкусный. Но в Америке все делают чересчур сладко. Те же самые Boba Tea в Корее были намного вкуснее, не такие сладкие. Yes! Отлично. У меня очень классные желания. Держишь? Да. День рождения у Паши. Ему сегодня 28 лет. How old are you? Все? Что делать? Паш, у тебя небольшой такой. Подавайте мне тарелки.